Перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника, в фойе Дома культуры сотрудники Центра «Вера» давали мастер-классы всем желающим и развернули небольшую выставку работ посетителей центра, в которой лишь малая толика того, чем они занимаются. Мы занимаемся настольным, ручным трудом, рисуем, танцуем, поем, ходим с палками, скандинавская ходьба. Хоть там сближение, отдых какой-то чувствуешь, на душе весело. Дом-то сидеть чего одной в четырех стенах? А туда придешь и все про все забудешь, и болячки свои забываешь. Волонтер Центра «Вера», жительница города Видное Анна Мезина в день праздника давала уроки живописи. Если честно, то я как преподаватель, я новичок, потому что я же сама самоучка, и я пытаюсь просто показать больше, чему я научилась, а дальше люди выбирают, насколько это им интересно. С Центром «Вера» сотрудничают не только отдельные граждане, но и многие организации, в том числе и районная библиотека. Мы очень плотно работаем. У нас есть сотрудница, старший библиотекарь, который ходит туда с разными лекциями о писателях, о поэтах. Более 25 тысяч человек в районе пользуются теми или иными льготами. Многим необходима помощь социальных работников. Людей не просто профессионально грамотных, но и имеющих отзывчивую, сострадательную душу. Этими качествами в полной мере обладают люди, которые трудятся в Ленинском управлении социальной защиты населения. Многие из них на празднике получили заслуженные награды. Нашим работникам пожелать терпения, выдержки, благодушия. Вот так бы, наверное, одним словом. Потому что это то самое качество, без которого в нашей профессии, наверное, нельзя. Любовь Полищук более 10 лет работает с детьми с ограниченными возможностями, обучая их грамоте и творчеству. Она точно знает, что нужно таким детям для того, чтобы они были счастливы. Нужно и терпение, и самое главное, нужна любовь. Нужна любовь к детям, к любому ребенку, к любому человеку, который требуется именно такая помощь ему. Праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника, закончилось большим концертом творческих коллективов. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Елена Кошлева, Видное ТВ.